закрывается лицей, и на его базе будет оказаться... И аккумулирует. В самом деле, президент, когда было выездное заседание кабинета министров в Крыму, он сказал, все детские садики, которые забраны из фонда коммунальной собственности в частные руки и превратились в магазины, кафешки, рестораны, вернуть на место. А те, которые остались в системе образования, нужно посмотреть, остались или в системе образования, а если нет, то дополнительно строить детский садик. По Судаку конкретно было сделано. Выездная комиссия Симферополя, почему детский садик, мы не берем даже во внимание, прошли по нашему детскому садику, сделали инвентаризацию всех помещений, и сегодня готовится пакет документов на реконструкцию нашего существующего детского садика, где добавится 100 мест. То есть ваше заведение под эту программу, что вы решили, не знаю, кто это сказал. Все вопросы, по большому счету, ну, на настоящий момент. Детского садика в Дачном и в селе Морской. Вот названо было три объекта по нашему району. Целесообразно, там очень не хватает еще, ведь там несколько детей, для которых надо готовить. А те садики, которые забрали под частное жилье? Это в селе Дачном конкретно рассматривался вопрос. Это верно. И сегодня люди там практически находятся на птичьих правах, неузаконенное жилье, но по просьбе и поселкового совета, и директора совхоззавода суда Владимира Николаевича, сделаны через ОКС, Крымский ОКС, дом и детский садик в Дачном будут строить на деньги Рескомнадзора. Ищем моменты, откуда можно взять деньги. И я выдвинул такую, что наша строительная компания пойдет на это. Там на детском садике, на жилье, а если НАСА не заработает, там есть фиксированная цена на квадратный метр. Но вот эти вопросы таким образом будут разрешаться. Ну, жизнь идет вперед. Система связи, система образования не только по учебникам, которые были ранее. Это современная логистика должна присутствовать здесь. Это современная компьютеризация, не просто компьютер, который должен стоять, а системная работа в этом направлении. Это ученик, о чем это даже подразумевается, находящийся дома, приболел. Есть люди, которые болеют месяц-два. Но со своего домашнего компьютера вы должны выйти на вашу базу и общаться с преподавателем. Это очень серьезный вопрос. Это не просто красивые слова, или купить там 2-3 компьютера, сделать компьютерный класс. Нет, этого сегодня мало. Мы сегодня живем в 21 веке. База не только знания, которые вы будете давать как преподаватели, я уверен, грамотно.